Все заснимаешь? Да. Только меня вырежешь. Да тебе видно. Меня, говорю, вырежешь. Этот момент не сложен. Так. А ты не хочешь поднять повыше? А что, меня не видно? Ну, у тебя вот так вот. Ну, подними как-то. Так? Ты не так, что тут не упал. Да, видно. Молчание дороже золота. Итак. Пришел спонсор пак от Дениса. Компания System Fingerboarding. Куча приколюх. Нашивочка. Летом увидите видео в панамке с этой нашивкой. Сейчас поменяем трек. О. Как они правильно, спейсеры для утраков, рип, ТБС и рип, ТБС. Эй, это, бля. Это, блядь. Рукожопы, блядь. Уверен, что он супер крутой. Цепляет уже. Так, еще стикеры. Денис прям... Как будто один из основателей Black River Shop. И еще наклею на свою девушку, что на ней нельзя кататься. Просто много стикеров. Ну а главное, конечно, вот это. А нет. День. Вот он, маленький. На досочку. Чтоб все знали. Первый раз журнал у меня. Так. Контрпак просто уже даже, блять. Извиняюсь. Спейсеры показал, да, вам? Потом покажу, как они выглядят. Планктон. Йода. Так. Дальше. Доска Жени Крупина. Листхуд. Дизайном Дениса. Кто не понимает, здесь нарисована женщина.
Доски Лисфут, кстати, довольно-таки крутые. Я к ним привык и очень удобные. По размеру самое то. Многие говорят иностранцы, что ну, размеры совпадают с досками Флинт. Даже, по-моему, Флинт еще короче. Поэтому я не знаю. Хотите попробовать сразу, ну, примерно понять, как Флинт выглядит, берите Лисфут. Может быть, я ошибаюсь, но по размерам, мне кажется, они похожи. Ну и по форме. Ну а теперь две новые досочки в российском фингербординге. В принципе, Глеб уже все о них рассказал. Как бы я не знаю, что вам еще о них сказать. Пока не покатаюсь, не узнаю, поэтому... Блин, ну... Она реально идеальна. По размерам она больше, чем БВ. На миллиметр, наверное, может быть, на два. А форма вообще вот просто... Как по мне, то она очень похожа на БВ. Между прочим, на БВ, когда я на ней катал, я научился нули хил. А потом поменял БВ и все, и у меня не получается на лету. Поэтому я очень надеюсь, что на вот этой доске вы увидите от меня крутые трюки с нулетовым. Ну, это уже совсем другая история. Вряд ли, конечно. Графику, кстати, просил я. И Денис никогда не отказывает и всегда найдет время, желание. Да ему это и самому интересно, поэтому... Не ленитесь, просите, заказывайте, нарисует вам все, что угодно, с любыми цветами. В этом он реально... Сейчас. В этом он вам поможет без проблем. Очень просто с ним общаться, поэтому не стесняйтесь. Доски красивые, аккуратные, дырочки. Дырочки как дырочки. По-другому быть не могло, удивился. Что еще вам сказать? Пупырочки. В общем, Денис прям супер порадовал. Очень, как всегда. Я не знаю, вы там... Сами решаете, кого слушать, на чьи комментарии и мнения обращать внимание, но пока вы не попробуете, вы не узнаете сами ничего. Поэтому вы можете послушать, но решение-то принимайте сами. Вам не стоит заморачиваться и бояться, что там, блин. Каждый день что-то новое выходит, блин, и все пробуют. Все пробуют, поэтому... Говорить можно все что угодно, но на деле как оно будет неизвестно. Поэтому не заморачивайтесь, не внушайте себе с самого начала, что все что новое, все говно. Конечно, уже изобрели по сути все что можно, но блин, любая движуха прогрессирует с каждым годом и все становится лучше, аккуратней, красивей. Поэтому у всех свои интересы, у всех свои взгляды на это. Так что я бы вам посоветовал попробовать. В этом ничего нету плохого. И вы не обеднеете. Продать всегда вы успеете и сможете, потому что, блин, у нас в стране не особо много крутых штук. Поэтому, по сути, можно сказать, небольшой дефицит присутствует товаров таких. Вот. Так что, Денис, тебе огромное спасибо, все очень круто, прям суперски, ты каждый раз радуешь. И не останавливайся, никого не слушай, я всегда тебя поддержу. Спасибо за новый ставчик. Стикеры прям очень порадовали, вот таких надо побольше, маленьких, чтобы на досочку лепить. Ну и панамка скоро будет.
Все, всем спасибо, ребят. Катайте, прогрессируйте, учитесь всему. Никого не стесняйтесь, выкладывайте. Адекватные ребята в группе есть, всегда вас поддержат и помогут, объяснят. Так что все будет very good. Все, до встречи, ждите видео с новыми досочками.